И последняя республиканская инвестиционная компания вместе с Министерством предпринимательства и туризма Якутии инициировали мебельный кластер «Сахамебель». Кураторы проекта уже запустили сбор заявок на конкурс по отбору будущих резидентов. В чем основная суть кластера и кто в него попадет, расскажет Иван Подойницын. Как развить свой бизнес, когда ты субъект малого или среднего предпринимательства? Маргарита Александровна, директор ООО «Мебелком», рассказала нам, что их учредитель в мебельном бизнесе с 2007 года. В свое время он начинал с поставок мебели по государственным заказам, а затем из перекупщика фурнитуры постепенно дошел до своего мебельного производства. Мы сейчас делаем вот именно корпусную мебель до любой готовности. Мебель для детских садов, школ. Офисная мебель для организации предприятий. Ждем открытия нового торгово-выставочного центра. Перед нами открываются новые возможности. Вот показать себя. Выставлять свою готовую продукцию. Будущий мебельный кластер – это концентрация торговой активности в одном конкретном месте одной определенной рыночной ниши. В данном случае для производственников мебельной продукции со всей республики. Перед тем, как запускать, мы провели исследования, участвовали в выставках. И есть тенденция к тому, что население сейчас испытывает желание приобретать якутскую мебель. Именно в массиве. А вот прошедшая выставка мебели, прошедшая в торговом центре «Кружала», показала, что мебельщики они есть, их много, но они испытывают проблему по размещению своей продукции на постоянной основе. Центр кластерного развития уже собирает заявки с потенциальных резидентов, которые будут размещаться на безвозмездной основе. Конкурс закончится в январе. Чтобы стать его участником, нужно зайти на портал ekt.ru, найти ссылку в корпоративной колонке, скачать форму для заявления, заполнить ее и следовать далее указанным на страничке инструкциям. Основное обязательное условие участия в проекте – наличие собственного мебельного производства. Центр кластерного развития Якутии является инфраструктурой подведомственной Министерству предпринимательства и туризма, задача которой – поддерживать малый и средний бизнес в республике. Планируемое количество участников собираемого пула – 15 организаций. Своих резидентов кураторы проекта обещают обеспечивать различными маркетинговыми и образовательными инструментами. Иван Подойницын, Гел Дичков, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.